Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Геометрия 7 класс. Автор Мерзляк. Задание 426. На рисунке 260 изображен треугольник МКЕ с прямым углом при вершине К. Укажите первое катеты и гипотенузу треугольника. Гипотенуза – это сторона прямоугольного треугольника, которая лежит напротив прямого угла. Прямой угол К, напротив него лежит сторона МЕ, значит МЕ – гипотенуза. Гипотенуза. А катеты – это две оставшиеся стороны. Ну или можно сказать, что катеты – это стороны, которые лежат на сторонах прямого угла МК и КЕ. Второе. Укажите катет, прилежащий к углу Е. Угол Е, вот он, этот угол Е, к нему прилежит катет КЕ. То есть это катет, который лежит на стороне этого угла. Третье. Укажите катет, противолежащий углу М. Вот у нас угол М. Напротив угла М лежит катет КЕ. Значит, он будет противолежащий углу М. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.